Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем на One Stays. Сегодня, ребята, у нас мобильные игры и скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и играйте вместе со мной. И также при регистрации своего аккаунта нажимаете на такие вот три палочки сверху, далее на промокодик и здесь в этом окне вводите очень простую команду Донни, как это сейчас сделаю я. Потом получить, и, ребята, после этого получаете 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития на One State. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. Итак, ребята, буквально недавно в группе One State вышел видос, где нам всем проспойлерили о том, что совсем скоро на One State выйдет очень классное обновление, в котором нам добавят возможность покупки очень крутых особняков на Холливуд, ну или же на Голливуде. Как я понимаю, речь идет про все вот эти особняки, которые находятся на Голливуде. И это означает, что, ребята, я, разумеется, постараюсь один из них себе урвать. Потому что, как вы знаете, разумеется, я часто играю на One State, поэтому играйте вместе со мной. И, ребят, мы сегодня посмотрим самые крутые особняки, которые, в принципе, есть на Голливуде, на One State. И посмотрим, ребят, какой из них реально я бы смог в принципе урвать, потому что дома нам, ребята, реально добавят уже, скорее всего, очень и очень скоро. Об этом я на самом деле очень как бы говорил давно, что, блин, было бы круто, если бы нам добавили особняки. И вот, как я понимаю, речь уже реально идет именно про эти дома. К первому особняку я не знаю, что это такое за здание. Написано welcome, какое-то круговое движение. Ну, вряд ли этот дом можно будет купить, потому что что-то у него как бы ничего и нет. То есть, как бы он здесь стоит, но здесь нету ни каких-то гаражей. Да, в принципе, он максимально пустой. Я так понимаю, что можно будет покупать именно те дома, которые у нас находятся, я так понимаю, что где-то, ну, предположим, вот здесь вот, ребят. То есть, поехали посмотрим. Поворачиваем мы сейчас налево и поднимаемся наверх. Вот. Эти дома, вот типа, которые спереди слева, вот, скорее всего, его можно будет купить. И здесь такая тачка стоит. Гляньте, какая обалденная. Скорее всего, это машина игрока здесь стоит. А что еще здесь есть? Так, ну, слушайте, дома реально очень крутые здесь есть, и я бы урвал бы хотя бы один из них на самом деле, вот какой-нибудь такой. Конечно, пока в интерьер не войти, но обойти можно как бы со стороны, посмотреть снаружи эти особняки, что они из себя представляют, ну и в будущем уже постараться купить. Конечно, в идеале было бы урвать какой-нибудь дом, наверное, ну, чтобы в нем был какой-нибудь, не знаю, гараж или что-нибудь такое. А, здесь тоже как будто это просто они стоят здесь, видимо, да, то есть это не машины игроков, а они, скорее всего, здесь просто стоят такие тачки для вида. Да, скорее всего, так оно и есть. Вот, гляньте, гараж есть, хотя, конечно, он маленький. Такой вот домик вполне себе прикольный. Но я бы хотел самый-самый, ребята, крутой особняк найти. Потому что, во-первых, конечно, пока неизвестно, сколько именно, ребят, домов нам добавят в обновлении. И сколько сделают реально возможностей для покупки. Вот здесь дом реально очень классный. Такой подъезд, гляньте, свой есть. Гараж свой есть. Дом, вход, короче, прям, ну, все как надо. Но у того особняка, который сзади, я так понимаю, что даже есть какой-то бассейн или типа того, гляньте, вон. Да, гляньте, бассейн есть, хотя, конечно, он какой-то мелковатый, да. Короче, прям, слушайте, ну, ждем реально обновления. Очень хочется купить себе дом где-нибудь вот здесь, например. Тоже такой подъезд. Прикиньте, купить здесь дом, то есть, предположим, вот мне, а здесь купить дом Тохи, например, или типа того, это вообще просто была бы имба. Ребят, короче, в комментариях пишите, как бы, ждете ли вы это обновление. Хотели бы вы, чтобы на One State нам добавили реально крутые особняки? Поехали прокатимся еще в одно место, потому что вроде как там тоже есть очень классные особняки. Так, это мы сейчас спускаемся, получается, что вниз. А вопрос, поднимемся ли мы здесь наверх. Заберусь ли я здесь только по оффроду. Все-таки у меня, ребята, гелик очень крутой. Давай, давай, давай. Нет, нет, ребят, не забираюсь, не могу забраться. Ладно, поехали, объедем в таком случае мы вокруг. Но, конечно, было бы идеально, если бы эти дома добавили уже буквально вот на, ну, не знаю, хотя бы в этом месяце, ну, реально, потому что, ну, единственное, что интерьеры хотелось бы, чтобы в них были реально очень красивые, какие-нибудь, я не знаю, типа, ну, многоэтажные, потому что сейчас, в принципе, интерьеры в домах красивые есть, об этом я как бы ничего не говорю, но они очень бы хотели, чтобы в особняках были хотя бы
двухэтажные интерьеры, было бы реально очень круто. Вот какой-то дом, ребята, есть. В принципе, они максимально похожи, все эти дома. Возможно, еще какой-то, не знаю, сделают, может быть, какой-то экстерьер. То есть, интерьеры, понятно, возможно, еще появятся красивые экстерьеры. Было бы очень неплохо. Ну-ка, поехали посмотрим здесь. Такой подъем наверх. И здесь у нас получается, что раз домик, два домик. Короче, опять-таки, ребят, домов много. Скорее всего, их всех, ну, сразу не купят. Поэтому, если их добавят для покупки, они будут стоить, разумеется, очень дорого. И надеюсь, что реально я бы, ну, смог бы хотя бы один из них урвать. Проезд дальше к другому дому, то есть не по общим дорогам, да, как будто такая какая-то дворовая, что ли, дорожка. Подъезд к другому дому. Короче, просто вот здесь бы купить дома, там, мне, Тохе, не знаю, там, Юре, Диме, было бы реально очень круто, ребят. Поэтому в комментариях пишите, реально ждете ли вы обновление с новыми особняками на OneState, потому что лично я, конечно, очень жду. Конечно, сделал очень красивый маневр, но заехать я уже не смогу. Я понял. Ребят, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и также играйте вместе со мной на OneState. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. Всем удачки и всем пока!